Ох, ребята, помню я времена, когда можно было делать доспех еще из стали 3, взять там плечи из двоечки сделать, локоточки из двоечки. Времена были, люди сильные были. Сейчас, блин, полегче им сделай. Силой держали удары, силой, телом своим. А вот это сейчас титан мне сделай, чтобы я был легкий, чтобы я, блядь, был быстрый, как бабочка порхал. Я граммы там себе что-то... Граммы он... Ты спортсмен, блин, граммы он, блин... За граммы он переживает. Где отверточка? Последний титан с самолета, блин, с заводов снимают. Вот это вот выдумали. ВТ-6, ВТ-20, ВТ-4. Да, ну, конечно, крепче. Он-то крепче, но... Ну, вот. Титан, ВТ-6, вот вальцовочка надо сделать. Он, конечно, твердый, но чем выше твердость, тем ниже вязкость. Вот, оценяйте. Толщина 1,2. Да, трудно согнуть, конечно. Вот только согнули, раз, и дырочка. Вот так вот. Согнули, блин. Эх, блин. Не, ну, трудно согнуть, что ж тут. Я не спорю, блин. Но раз, и дырочка, понимаешь? Вот двойку надо брать, блин. Двоечку, двоечку, потолще. Бах по плечу, бах, и все. И вот трещина уже начала ветить. Вот 1,2 топорика. Вот что это за оружие такое было? Какие тут 2 миллиметра были, если тут такая уже металл на разрыв пошел? Потому что тело не держит. Вот раньше были пацаны твердые, крепкие, сильные. Короче, вот в ВТ-6 надо вальцовку сделать. Берем штанги. И аккуратненько, не сильно не загрызаясь, наводим черту. Раз. Вот 4-5. 5 это максимум. Чем меньше вальцовочка, тем легче вам работать. Делать надо только на горячо. На холодно даже не пытайтесь начинать. Вот эту вальцовку я начинал... Нет, вот эту. Я начал сначала на холодно. То есть я навел черту и начал на холодно отбивать. Как только я начал работать на горячо, у меня сразу же образовались раз трещина, два трещина. То есть материал очень твердый и, следовательно, очень слабо вязкий. А эту вальцовку я уже делал чисто на горячо сразу же, и, в принципе, она получилась. Работать нужно только пока материал мягенький и пока он горячий. И для того, чтобы успешно это выполнять, вам нужен вот такой экономизатор, который позволит вам постоянно быстро нагревать материал, ставить и работать. То есть у вас время работы увеличится, чем если просто поджигать от свечи или от зажигалки. Thank you.
В принципе, вальцовочка готова, трещин не наблюдается. Почему я говорил штангелем сильно не царапать? Дело в том, что если вы сильно царапаете, возможно, трещина тупо по метке штангеля. Вот, кстати, ее сейчас даже можно видеть, меточку. Это как бы такой маленький разрывчик, мини-мини-мини-разрывчик. Если сильно будете фанатично царапать, то в этом месте просто может сломаться материал. По экономизатору очень классная вещь, но нужна вот такая вытяжка, иначе постоянная горящая свеча будет набирать температуру вам в помещении. Кроме того, видите, у меня очень, довольно неаккуратно сначала висело цапло, и я пару раз вот умудрился себе спалить свечу. Может, я, конечно, что-то не так поставил, не так настроил, но потом я немного шланг развернул, и теперь у меня всегда направляется в сторону пламя. Выключаем. Да, материал противный, этот ВТ-6. Но только с таким доспехом у вас шансы на победу вырастают просто в разы. Обратите внимание, что когда я грел, я старался очень аккуратно пламенем не перегреть материал. Потому что есть теория, что титан можно перегреть, из-за чего он становится более хрупким. Кстати, вы видели, я плечо показывал. Все-таки не мифрил. Будьте готовы к тому, что если вы все-таки обладаете титановым доспехом, то вам будут его пробивать. Потому что есть случаи пробития частей доспеха, которые в принципе особо не ковались, то есть материал не растягивается, и из-за этого мы исключаем тот вариант, что мастер, например, я ковал и перетянул его или перековал его. Поэтому просто это такой материал. Толщина 1,2, меньше нет смысла брать из титана, потому что совсем мягкий получается, и толщину 1,2 миллиметра алебардами регулярно пробивают. Это, конечно, минус, но плюсов за счет своего веса титан дает для доспеха намного больше. Кто бы мог подумать, в 21 веке вы спросите, что же вы делаете с титаном? Наверное, космические корабли или самолеты, пароходы. Нет, мы делаем рыцарей из титанов, потому что, блин, зажирались. Спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, информация, показанная в этом ролике, вам поможет делать титановый доспех. Блин, я в розыгрыш забыл. Пипец. Ребята, извините. Я, блин, обещал 10 числа сделать... Ах ты ж, блин. Тут МСФ-ники эти все... Короче, ребята, извините, 10 числа я должен был сделать розыгрыш, скидки на рубки Грифон, а сегодня уже дофига не 10. Итак, скидка на рубки Грифон. Как сделать новогодник 10 мая. Ну, в свое оправдание скажу, что у нас перед АМСФ было много-много людей, которых нужно было починить, что-то доделать. Кто-то вспомнил в последний момент, что ему нужно что-то подправить в его доспехе. И 10 мая. Итак, розыгрыш по комментариям в YouTube. Копируем видео. Вставляем видео. Enter. YouTube-линк. Раз. Рандомайз. Хочу скидочку на руки. Хочу скидочку на руки. Победил Алексей Дернов. Алексей Дернов, за твое, за ваше терпение, за то, что не начали там дизлайкать и писать мне, какой я на самом деле нехороший человек. Делаем скидочку 15% на руки Грифон, которые являются бугуртной оптимизацией, ну, бугуртно-турнирной оптимизацией для спорта, и дарим скидку в 15%. Эту скидку можно также передать другу. Главное нас уведомить о том, что вы передаете такому-то человеку скидку в 15% на руки Грифон, на одну пару рук Грифон. В руки входит как наруч, локоть, бицепс и плечо. То есть у вас ваша рука до кисти от плеча полностью защищена.
Спасибо за просмотр этого видео. И очень скоро вы увидите на канале завершающую часть про изготовление шлема по мотивам найденного бацинета в Украине. И еще одно видео будет про изготовление шлема Богатур. Там будет показано, как сделать личину человека, как бы забрало для восточного шлема, который тоже Бугурт оптимизирован для спорта. Тоже не является реконструкцией, но такая оптимизация помогает ребятам лучше драться на ристалище, меньше получать травм и выглядеть красивее. Всем спасибо, всем пока. Футболочку заценили? Я Canadian, I am Canadian fighter. Мене навіть з'являється вже канадійський акцент. Мабуть, скоро мені вже видадуть канадійське громадянство, я поїду в Канаду жити. Всім пока! Всім пока! Всім пока! Блін, як же ж придумати, як прощатися? Дракарис!